Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам про февральскую коробочку Glam Box. Я даже не буду показывать, ну вот так вот я покажу, потому что обратно уже все это в первоначальный вид не засунуть. Огромное абсолютное наполнение коробочки, просто неимоверно, очень здорово. Затянула я с обзором, да, очень долго, как-то я ездила куда-то и не знаю, в общем, протупила, как говорится. Так, значит, первое средство, очень много положено было всяких штучек вне брошюрки, кстати. Да. Крем для лица Esperides Fresh Line. В Ревгоше, кстати, это Fresh Line есть. Такой вот кремчик. Сейчас покажу его текстуру. Понравился он мне, хорошо. Единственное, как бы, ну, травяной такой вот запах. Ну, классическая текстура крема. Формула 24-часового увлажнения, разработанная специально для нормальной комбинированной склонной к жирности кожи. Состав обогащен растительными экстрактами, которые регулируют работу сальных желез и придают коже сияние. Быстро впитывается, витаминный комплекс укрепляет иммунитет кожи и защищает от свободных радикалов. Масло апельсина способствует молодости кожи и усиливает производство коллагена. В магазинах Ревгош спрашивайте и будьте счастливы. Хорошая марка, там очень много приятных мыл, но достаточно она, мне кажется, дороговатая. Но в целом мне крем понравился. Конечно, я его не очень много использовала, потому что хотелось очень много другого отсюда попробовать. Но в целом... Ну, куда ты забралась? В целом понравился. Дальше кремовые тени для век Ombre Couture от Givenchy. Такая вот образец. Внутри у нас они лежали вот в этих двух ячеечках. Сейчас я просто достану, уже они там запиханы у меня. Такие вот две тенюшки. Одна... Сейчас давайте я, наверное, нанесу. Вот эту я наносила беленькую, которая, она просто вот какими-то, она у меня вот немножко уже подсохла. Она идет, очень легко наносится. Сейчас надо как-то сориентироваться, как ее нанести и показать. Она у меня подсохла, да. Вот это вот фишка, конечно, вот этих пробников. Не покажу. Но она очень здорово наносится. Такая она легкая, мерцающая такая вуаль. Для вечера, да. Для дня я днем наносила. Ну, не знаю, для меня немножко пошловато. А вот этот оттенок, он такой коричневый, такой шоколадный, насыщенный. И немножко с такими вот, ну, видите, вот такими блесточками золотыми. Такой достаточно тоже приятный. Но я не любитель таких вот теней кремовых. Новая, да, серия вышла вот эта. Сколько? 16, я не знаю, сколько. Много оттенков я видела в Ревгоше. Вот целую такую палитру этих стоят. Да, в целом понравилось. По качеству понравились. Но вот не любитель я просто кремовых вот этих теней. Дальше. Бальзам, минимизирующий поры. Нашумевший от Benefit. Да, у многих есть, многим нравится. Я тоже Clarins присылал как-то в коробочке. Было такое средство, но оно мне как-то не очень понравилось. У меня у мамы вот очень такие на носу, и вот здесь расширенные поры. Да, что Clarins, что вот эта штука, я на ней экспериментировала, потому что у меня таких особо расширенных пор нету, поэтому как бы, ну, не особо-то надо. На ней действительно это замаскировалось. Причем как бы поначалу вроде как не очень, а потом когда сверху пудры, там тональником еще чем-то заложишь, просто настолько гладко становишься и думаешь, где же вот тут же как бы, грубо говоря, дырка была, а все вот настолько гладко. Такая вот как будто силиконовая такая основа, достаточно приятно наносить, потому что она такая прям мягкая, очень приятно, но... как бы, не знаю, не мое это просто, вот и все. Дальше, настоящий стимулятор молодости, маска, наполняющая кожу жизненной силой и энергией от Givenchy, энергизирующая маска для лица Vaccine for You, достаточно интересная, достаточно густая, наносишь остатки с салфеточкой, нужно снять, но... Как сказать, она мне, по сути, она мне ничего не сделала. Два раза, вот мне на два раза хватило ее.
Не знаю, как-то мне гораздо больше нравится. У меня вот есть пробнички Живанши, гидроспаркелинг, вот серия для глаз, гель для лица, этот крем дневной, ночной. Вот эта серия мне нравится, голубенькая такая. Но вот это, честно говоря, как-то, честно говоря, не очень. Дальше, от Академии, молочко для тела с морским коллагеном. Молочко для тела с экстрактом Академии, с экстрактом морских водорослей, содержащий натуральный коллаген, подойдет для любой кожи, особенно зрелой, нуждающейся в защите от увядания. Благодаря легкой текстуре молочко моментально впитывается, увлажняя и питая кожу. Также молочко восстанавливает структуру кожи, придавая ей дополнительную мягкость и упругость. В результате применения молочка кожа становится более нежной, мягкой и эластичной. Ну, честно сказать, как бы я бы назвала, ну, молочко, оно да, оно прям жидко-жидко, пахнет вкусно, но обычный, ну, увлажняющий, ничего особенного, увлажняющий, скажем, ну, не бальзам, не крем, ну, лосьон, в общем, увлажняющий лосьон для тела, да, здорово, но не прям, что ах, как бы, что я, не знаю, я бы такое не купила, наверное, вот. Дальше, однажды уже клали, кстати, эта коробочка, вот, Benefit, в чем лежала эта штучка. А, тут еще дополнительно такой вот от L'Occitane подарок, при покупке от 3000 ваша карточка вот эта активируется, и будет вам счастье. Дальше, я просто сейчас покажу, чтобы вот у меня тут все валится иначе. Это коробочка от вот этой маски живаншишной и духи Си. Духи мне понравились, да, новые вот эти Джорджо Армани. Приятные, нежные, женственные, весенние, да, мне понравились. Но сейчас у меня все-таки этот Роберто Кавалли. Немножко они, конечно, тяжелее, более вечерние, но как бы мне и эти нравятся, они для меня разные. Поэтому вот этих у меня, кстати, очень много маленьких вот этих пробничков, поэтому я их дозирую. Это коробочка от Фрешлайна. Дальше. Это вот Freshline брошюрка. Такая вот. Ну и вот такая вот огромная на неделю применения масла там идет. И, в общем, как сказать, сейчас я прочитаю. Уникальное антивозрастное средство, в состав которого входит 20 растительных экстрактов, восстанавливает все жизненные важные функции кожи. Инновационная двойная формула оказывает заметное омолаживающее действие, обеспечивает превосходный результат. Кожа становится более упругой, морщины разглаживаются, ровный тон и сияние кожи восстанавливается, поры заметно сокращаются. Берешь такую вот одну штучку, раскалываешь пополам. Ну, это как бы вот именно в таком рекламном варианте, грубо говоря. А так это двухфазная такая, скажем, сыворотка. Мне она не понравилась, видимо, не антиэйдж еще для меня, она жирная очень. Вот это масло наносить на лицо просто не мое. Дальше вот очень питательный, ультрапитательный крем Карите. Я его, вот он у меня в косметичке лежит, вот не хочу вставать. Вот так он выглядит. Ну, всем известно, это классический крем от L'Occitane с синей такой вот бляшечкой нарисованной. Он везде кладется, он всегда есть, он всегда должен быть, он очень крутой, он идеально увлажняющий, достаточно густой, но даже для лета он подойдет для меня. Просто очень-очень крутой. Вот если полная версия, она вот так вот выглядит, такая вот баночка. Есть такие для, вот из той серии, для рук крема. Ну, в общем, вот очень клевая штука. Дальше от Avène очищающий мицеллярный лосьон. Вот это вторая вещь от Avène, с которой мы начинаем дружить. С Avène маркой я, как вот если давно смотрите, я не особо дружу. С одной маской я успокаивающей ее подружилась. И вот с мицелляркой очень мне нравится. Я даже ее по чуть-чуть пользуюсь. Вот в редких случаях, только чтобы вот, ну не знаю, как-то хочется ее растянуть на подольше. Вот, ну собственно это все, что описание кончилось. А еще дополнительно тут положили такую вот от Philips насадку для набора, для очищения кожи. Если купишь, она вот подойдет тебе на этот набор. Ну, я его пока не покупала, пока подожду, посмотрим. Не особо как-то вот этой щеткой, ну, не знаю. Хотя многие
Вот, вот прибор, собственно, я так понимаю. Да, Visa Pure. Вот, ну, собственно, как выглядит. Не знаю, подумаю, может быть, прикуплю, а может быть и нет. Вот, всем спасибо за внимание, это был весь обзор. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.